вопросы ставятся сложные. Какое-то время к нам относились как к карательному органу, побаивались. Противодействие коррупции – тема актуальная и важная. Обсудить итоги межведомственной работы за круглым столом и наметить дальнейший план действий по борьбе с коррупцией в округе собрались члены общественной палаты, сотрудники сектора кадровой политики администрации Одинцовского округа, а также представители различных ведомств. Очень важный вопрос, основной, который поднимается здесь на круглом столе, это вопрос профилактики, профилактической работы по противодействию коррупции на территории Одинцовского городского округа. И второй не менее важный вопрос – это выстраивание качественного взаимодействия с общественными организациями. По словам представителя администрации округа, меры по борьбе с коррупцией постоянно ужесточаются. Выработка механизмов взаимодействия с полицией и общественными организациями в приоритете. Только совместными усилиями можно положить конец коррупции, подчеркнули участники обсуждения. Мы также, конечно, со стороны общественной палаты хотим наладить сотрудничество и взаимодействие, потому что на самом деле очень много людей, которые обращаются к нам по различным вопросам, также касается ее рода деятельности. День для проведения круглого стола был выбран не случайно. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».